Так вот, неравнодушный херсонец, который любит свой город, сам стал ремонтировать дороги. И вы видите, бетонную смесь он залил, поставил такие треноги, а в других местах, где больше ямы, поперечины, с просьбой не трогать их 2 дня, чтобы бетон успел засохнуть. Это улица Ладычука, центральная часть Херсона. Тут довольно прилично много ездит машин и маршрутки. А бетоном сейчас на Западе все дороги делают. В Украине только начали эту технологию, потому что это очень дорогая дорога, и она служит свыше 50 лет без ремонта фактически. Так что если хорошо все дать сделать, то эта латка будет держаться лучше асфальтовой. И такой херсонец, это за свой счет, это улица Украинская, вот мы видим, делает такое доброе дело. Дать бы ему почетного гражданина города Херсона присвоить звание, а то у нас только врачам присваивают и архитекторам. А вот простому человеку, который показал пример другим, на сессии горсовета принять такое решение, и пускай он выдвигается в депутаты горсовета на следующих выборах. Передайте ему, кто его узнает, чтобы он шел в местную политику.